Дочь с ножом и топором набросилась на родную мать. Без 5:00 утра в полицию позвонила раненая женщина из Пушкина. Сказала, что закрылась в ванной и не может выйти, потому что за дверью стоит ее дочь, которая уже ударила ножом в поясницу и кухонным топориком по голове. Вероятно, девушка услышала, как мать звонит в полицию, и поспешила скрыться. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали ее недалеко от дома, примерно через 30 минут. Пострадавшую увезли в хирургию в состоянии средней тяжести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 21-летней местной жительнице в совершении преступления, покушении на убийство. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемая в ходе ссоры со своей матерью 1980 года рождения, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла ей удар ножом, а также топориком.